Прямой эфир идет, можно? Не надо туда, Даша, не надо. Пусть поменяется. Все, все нормально. А этот? Нет, просто человек, а то вышел. Собака отличного размера для своего возраста. Угу. А мужественная голова. Угу. А крепкие мышцы. А, крепкая челюсть. Отличная пигментация. Угу. Чистые темные глаза. Правильная посадка ушей, они такие мобильные. Отличный костяк для его возраста. Отличная грудная клетка для его возраста. Отличные пропорции, координации тела и ног, и лап. Правильная посадка хвоста. Угу. Правильное положение лап. Двигается с большим драйвом. Очень многообещающий щенок. Щенок 4 месяца следующий. Балансированный кобель, 4 месяца возраст. Отличная пигментация, окрас.
правильная посадка ушей. Отличная длина шеи. Отличная грудная клетка для его возраста. Отличный костяк. Отличная боковая часть. Правильная посадка хвоста. Хорошие кошачьи лапки. Хороший темперамент. Правильная позиция задних лап. Немножко узковато движение, но двигается свободно. What is our gray? Очень перспективный щенок. Four months. Да, хороший тип шерсти. Мускульная голова. Немножечко широковато расставлены уши. Отличная пигментация. Чистые темные глаза. Немножко многовато кожи у него со стороны под шеей. Отличная грудная клетка для его возраста. Отличный костяк. Правильная верхняя линия и нижняя линия. Сильный хокс. Сильные лапы. Прекрасный темперамент. Потому что немножко нервничает при движении. Но типичное движение, очень многообещающий щенок.
Кабель отличного размера. Очень сбалансирован для своего возраста. Типичное выражение. Темные чистые глаза. Правильная посадка ушей. Отличная длина ног. Отличная грудная клетка и предгрудие для его возраста. Отличный костяк. Отличная верхняя линия и нижняя линия. Очень внимательный песик. Прекрасный темперамент. Прекрасные кошачьи передние лапки. Отличный рост, правильное сочленение, правильная посадка положения хвоста. Очень типичное движение, очень многообещающий щенок. Еще разочек, пожалуйста. Окружность.